В Алматы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев у мемориала славы почтили память героев Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие ветераны, офицеры запаса и представители высшего военного корпуса. Аким города Бауыржан Байбек отметил, что 9 мая навсегда останется днем Великой Победы, гордости и искреннего уважения. Фронтовики и труженики тыла совершили исторический подвиг. С первых дней войны Казахстан стал основной житницей и арсеналом фронта. Здесь было сформировано 12 стрелковых и 7 кавалерийских дивизий, 7 бригад и полсотни полков. 4 казахстанца стали дважды героями Советского Союза. 528 героями Советского Союза, 110 тысяч награждены орденами славы. Мы всегда будем гордиться мужеством, помнить подвиги наших героев. Бауыржана Момышұлы, Талғата Бегельдинова, Алии Молдагуловой, Иманшук Маметовой, Сергея Луганского и Леонида Беда. Аким отметил, что, к большому сожалению, с каждым годом фронтовиков становится меньше, и поэтому власти города трепетно относятся к памяти героев и оказывают им поддержку. Ко Дню Победы каждый алматинский ветеран получил материальную выплату в размере 500 000 тенге. Но самое главное то, что о подвигах героев помнят представители молодого поколения. Мы обязаны сегодняшней счастливой жизни нашим дедам, отцам. И это их труд. Это каждый шестой казахстанец был на войне, защищал родину. И вот мы обязаны всегда помнить о них, чтить память и благодарить их за эту счастливую нашу сегодняшнюю жизнь.